В начале 90-х вы женились на гражданке Соединенных Штатов Америки и уехали жить в Нью-Йорк. Чем вы там занимались? Хороший вопрос. Действительно, чем я там занимался? Я никуда не уезжал. Естественно, я женился. Естественно, я приехал. Красивая американка была? Вау, это еврейка вот такого. Бывшая наша, да? Чему? Или американка настоящая? Ну, возьми Википедию, ее мать, кто и так далее. Это очень такая семья, очень заслуженная и так далее. Естественно, там, да. Вообще, что там хвастаться? Утром я просыпаюсь. Так, заправил кровать, пошел там, покушал. Нью-Йорк. И жена мне говорит, Венди, такая. Потом вдруг Венди приходит и говорит, а зачем ты это делаешь? Я говорю, а что? Естественно, потом приходят служанки, все это. Потом он перестал это делать, потому что он приходит с служанки и все это делает. Богатая жена была? Дело из не богатой богатство, семьи? Дело, очень, блин, там была богата, да. Все это пошло прахом. Ох, как меня жаба душит. И не за меня, а за, все это... Этот период моей жизни, конечно, я был бессознательно в каком-то состоянии, потому что надо было как-то взять ситуацию под контроль и не отдавать ни теще, ни жене под контроль, потому что там дед ихний, да, был... Тесть. Тесть, да. Был ярый такой антикоммунист, да, такая, очень сильно много занимался там, кстати, во время маккартизма, как продюсер, как глава этой организации. Куклу исследования, блин, нет, почему? Ладно, там другая история. Да. Давил левых, да? Понятно. А теща была очень левая и сняла фильм там «Америка от Микс до Гитлера».